такое упражнение. Ну что, друзья, всем привет. Сегодня мы проводим тестирование профессиональной команды. Мы начинаем входить в спортивный режим, поэтому целесообразно пройти тестирование, чтобы понимать свои плюсы и минусы, чтобы знать точку отчета на сегодняшний день и спланировать уже график тренировочный, соответственно, из результатов. В скором времени эти тесты будут доступны для каждого желающего. Сейчас мы прорабатываем пакеты персонального тренинга, и все участники этих пакетов будут проходить данное тестирование, что позволит нам более углубленно подойти к процессу вашей тренировки, ну и максимально быстро достичь желаемых результатов. Стоп! Поэтому занимайтесь спортом, подходите к этому профессионально. А если вы только начинаете, то доверьтесь профессионалу. Дальше левой ногой.